Удивительный случай произошел в турецком городе Шанлы-Урфа. Молодая мама прогуливалась по улице со своей маленькой дочерью. Внезапно девочке стало плохо, у нее случился приступ, и она потеряла сознание. Неподалеку находились работники по уборке мусора. Они бросили свои дела и отправились на отчаянный крик матери. Турки не стали ждать приезда скорой, ведь на счету была каждая минута, а на кону – жизнь ребенка. Водитель мусоровоза посадил мать с ребенком в машину и помчался в ближайшую больницу. Благодаря верному решению и огромному желанию спасти чужую жизнь, Эюб Йылдыз быстро доставил девочку с мамой в пункт неотложной помощи, где ребенку оказали нужное лечение. Что случилось? Мы с товарищем заметили на улице маленького ребенка, у которого случился приступ. Посадили девочку и ее мать в свой грузовик и доставили в больницу. Мы просто выполняли свой гражданский долг. Как вас зовут? Эюб Йылдыз. Эюб вовсе не считает себя героем. Свой поступок он скромно называет гражданским долгом.